Храни Как это. Никто Никто не должен не знать, что у тебя есть сестра. Мы 2 года планировали этот план, чтобы отомстить Козанам. Вчера ночью ты все могла испортить. Больше никакого сумасшествия. Ты бы тоже был поосторожнее. Ты бы тоже был повнимательнее, а то знаешь, Джунейд тут собирается пожениться с этой сироткой, а ты об этом даже не знал. Ты права. Я осознал свою ошибку. Теперь я буду более внимательным. Я тоже осознала. Я больше не буду поддаваться чувствам. Я сделаю все, чтобы уничтожить Козанов. Господин Джунейд в своем кабинете? Нет, он еще не пришел. Вот как? Ваш кабинет готов, госпожа Эйлюль. У вас будет один кабинет с господином Тунчем. Хорошая новость, пойду посмотрю. Будьте внимательны. Извините. Что такое, Селим? Хочу увидеться с кем-нибудь из бухгалтерии. Если нужны деньги, их тебе не дадут. Тебя это не касается, госпожа Наргиз. Поговори с своим шефом, так дела не делаются. Боже мой! Судьба. Мало осталось, Мелек. Очень мало осталось. Осман Козан заплатит за все. Мама Зухра, я очень стеснялась. Иначе я бы с самого начала тебе все рассказала. Мы... Извини, пожалуйста. Не извиняйся, дорогая. Сердце не интересны наши приказы. Но сейчас весь покой в доме будет испорчен из-за меня. А если отец Осман будет против? Ты не переживай. Я найду способ и разберусь с этим. Проходи. Ну, кузен? Ты ничего нормального не сказал? Кроме того, как пожелать счастья, что еще я мог сказать? Все-таки это твой выбор. Что это за поведение? Ты что-то пытаешься мне сказать? Ну, то есть, Джунейд, если бы в моей жизни кто-то появился, я ее любил и захотел бы жениться, ты бы первый узнал об этом. Понятно. Ладно, извини. Фарида очень волновалась. С самого начала она не хотела, чтобы я тебе рассказывал. Я и не смог. Я надеюсь, как брат, ты поймешь меня?
Я понимаю, брат, но... Ладно, неважно. Зря я тут возмущаюсь, да? Вообще, я очень рад за тебя. Фарида хорошая. Я уверен, в ближайшее время будете счастливы. Да, мы будем счастливы. Но для начала... Я хочу, чтобы ты стал моим свидетелем на свадьбе. Конечно. Не хочу, чтобы отец заметил, но... Нам действительно стоит волноваться. Тут подготовили один заказ крупный. Откуда знаешь? Неважно. Но нужно, чтобы его поручили нам. Я ознакомился с ним. Вам тоже по почте отправлю. Мы должны направить все силы на это. Не волнуйтесь, господин Джунейд. Это дело наше. Очень надеюсь. Если мы потеряем дело, мы и вас потеряем. Послушайте. Отец вам очень доверяет. Это дело для нас очень важное. Если мы разочаруем его, мы не сможем с вами работать. Я же сказала, господин Джунейд, такое не произойдет. Это дело будет нашим. Не переживайте. Она уверена в себе. Как и ты. Ну, что думаешь, кузен? Твоя мама сможет уговорить Усмана Кузана? Не от его решения зависит наша свадьба. Мы в любом случае поженимся. Но... Усман Кузан может все усложнить. Ты к этому готов? Ты, мне кажется, не понимаешь, Тунч. Фарида самое ценное, что есть в моей жизни. Кто бы что ни сказал, я все равно поженюсь с ней. Я думаю, тут ты на моей стороне. Я всегда на твоей стороне, кузен. Я думаю о том, что в доме творится. Мы не знаем, как отреагирует отец. Пойду-ка я домой. Джанет настроен решительно. Они с Фредой точно поженятся. Отлично! Значит, весь наш план коту под хвост? Сегодня тетя расскажет все моему дяде. Если он даст добро, мы уже ничего не сможем изменить. Нет, сможем. Если Фарида пропадет, они не смогут пожениться. И что это значит? С помощью простого плана мы выберемся из этой ситуации. Фарида из этого дома и из жизни Джунейда навсегда уйдет.